Жизнь, радостные моменты, смех, веселье – обычные вещи для многих, не так ли? Мы проживаем нашу жизнь сполна, делясь этим с окружающим. Счастье – это одна из главных необходимостей в жизни. Но что, если в один момент этого не станет? Все может измениться так же быстро, как это произошло в Беслане. Так же, как это произошло в Буденевске. Сегодня экстремистская деятельность создает реальную угрозу жизнедеятельности, посягает на общественную безопасность и общественный порядок. Что же такое терроризм? Терроризм – это тяжкое преступление, когда организованная группа людей стремится достичь своей цели при помощи насилия. Это то, что не должно никогда допускаться. Это очень страшно. Нам не понять ту боль, которую ощутили люди, оказавшись в огне террора. Но именно в наших руках этого больше никогда не допускать. Я против терроризма и экстремизма. Мы все против терроризма. А ты?